В авангарде модной индустрии в Иванове состоялся 24-й международный текстильный салон. Впервые в рамках промышленно-экономического форума «Золотое кольцо». Традиционному модному показу предшествовала рабочая встреча представителей фэшн-индустрии с властями. Речь на совещании шла о развитии дизайна одежды и промышленного дизайна, внедрении в производство инновационных технологий. Мы говорили о том, что есть ряд проектов, которые сегодня не просто уже в стадии идеи, а в стадии реализации. Это дизайн и беспилотных проектов, производство которого будет располагаться на территории города Иваново. Уже площадка подобрана, и мы надеемся, что в ближайшее время производство будет запущено. В рамках салона любителям и знатокам стиля продемонстрировали 22 коллекции по номинациям «Промышленная, авторская и студенческая мода». Зрители увидели работы Вячеслава и Егора Зайцевых. Последний отметил, Иваново может быть таким же модным центром, как и Милан. Кутюрье Зайцевы уже разрабатывают бизнес-план развития производства на территории областного центра. У нас как бы обращение к местным коммерческим элитам, да, вот за поддержкой. Наладить здесь производство, допустим, нашей второй линии дома. Вот. И заодно, может быть, и реализации. Отстроить какую-то зону, ну, промзону говорить неинтересно, но тем не менее, да. И сдавать там помещение в аренду, но не площади просто, а именно оборудование, утюги, то есть все должно быть оборудовано там.